Привет, ребят. Вчера такая приколюха произошла. Записываю видео в 6 утра. Вчера просто вылетело с головы, что мне нужно еще разобрать раздачи. Сессию 4 часа отыграл, а раздачи не разобрал. И сегодня, прям как по чуйке, в 5 утра я почему-то проснулся и вспомнил, что мне нужно разобрать раздачи, и пошел их разобрал. Ну, потому что это дичь вообще. Как так можно, во-первых, забыть, а во-вторых, ни с того ни с сего проснуться и вспомнить в 5 утра, что ты их забыл разобрать. Еще, честно говоря, даже не умывался, ничего не делал. Список ЧСС сбит полностью, потому что в 5 утра запланировано не было просыпаться. Вот, но сейчас пойду доделывать все, что не успел. По сути, кстати, видео тоже не записал. Вчера все с головы прям вылетело. По началу недели, что сказать? Да, собственно, ничего сказать. Задание гораздо сложнее, конечно, чем на прошлой неделе, но уже втянулся в ритм. Вот, и, в принципе, более или менее нормально. До новых встреч!